В Улан-Удэ на набережной установят арт-объект. Главная задумка проекта – обязательное использование вторсырья. Мусор будет переработан в стройматериал. Для размещения скульптуры соорудят экоплощадку с местами для отдыха. На ней будет экоинформация о правилах поведения на природе. Мы собираем полиэтиленовый пакет. Вообще полиэтилен – это все пакеты, маечки. Собираем для того, чтобы построить арт-объект на реке Селенгам, который может посмотреть любой житель города Улан-Удэ. В скором времени мы приятно удивим. Над проектом работают именитые художники, Капиту Мирдыгеев, хорошие, интересные специалисты. И 100% уверен, что у нас все получится, и нам помогут жители Советского района. Общественник обратился к горожанам, призвав их не удивляться, если на улице подойдут волонтеры и будут просить пакеты. Также ненужный полиэтилен можно принести по адресу улица Бау Емпилова, 14, офис 6.